Тверь посетила официальная делегация из города-побратима Орши Витебской области Беларуси. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития побратимских связей и экономического сотрудничества, перспективы взаимовыгодного партнерства по налаживанию контактов белорусских предпринимателей с тверскими предприятиями. Тему продолжит наш корреспондент. Орша – районный центр Витебской области с населением более 103 тысяч жителей. Сотрудничество с городом началось 10 лет назад. За годы партнерских отношений Тверь и Орша наладили контакты в самых разных отраслях – от культурных обменов до экономических связей. А в прошлом году два города подписали договор о побратимстве. Он позволил закрепить проделанную работу и расширить сотрудничество. Я думаю, что взаимодействие между нашими городами-побратимами оно только укрепится и будет развиваться. И нас ждут большие серьезные совместные проекты во всех сферах жизнедеятельности. Хочу отметить, что товары Беларуси жителями нашего города оценены по достоинству. Хочу также отметить, что с нашей стороны тверские предприятия также готовы предложить определенные, значит, много интересных товаров. Нынешний визит делегации посвящен обмену опытом в промышленной и деловой сферах двух городов. Участники делегации из Орши посетили ведущие производства Твери. Общение между двумя городами, оно очень важно как для нас, так и для, я думаю, для Орши, потому что у нас есть много общего, у нас есть много чем мы можем поделиться, у нас есть очень много, где мы можем сотрудничать, это и в предпринимательстве, это, конечно, и в культуре, и в спорте. Председатель Аршанского райисполкома Сергей Пац подчеркнул, что слаженные действия России и Белоруссии помогут преодолеть трудности, которые возникли сейчас. У двух городов широкие экономические возможности. Мы много что сделали в развитии Орши. Мы развиваем и сельское хозяйство, промышленность, реальный сектор экономики, социальную сферу. Поэтому мне очень приятно за тот прием, который здесь организован. В продолжении визита белорусская сторона посетила ряд тверских предприятий. Обе стороны обсудили возможности сотрудничества в различных сферах, перспективы реализации совместных проектов в области товарообмена, услуг, а также культурных связей.